Сьогодні уся країна прикута до телеекранів. Олімпіада – визначна подія для спортсменів та вболівальників. Напередодні у нас в ліцеї була зустріч з олімпійцями міста. Її організувала успішна жінка Кірсанова Луїза Олександрівна. Саме про неї я хочу розповісти. Добрий день, мене звати Дарина, і я хотіла вас запитати, що таке Національний олімпійський комітет? Національний олімпійський комітет – це організація, яка організовує і проводить олімпійські ігри. Но Национальный олимпийский комитет Украины, он еще заботится о том, чтобы популяризировать здоровый образ жизни, чтобы призвать детей заниматься физической культурой, заниматься спортом, заниматься тем, что нравится нашим детям, заниматься любимыми делами, вести просто активный образ, прыгать на скакалках, например, это здорово, играть в резиночки, это классно, с мальчишками и девчонками играть в мяч. Великолепно. Для того, чтобы каждый ребенок мог знать, что в здоровом теле всегда здоровый дух. Для того, чтобы наших детей привлекать заниматься спортом, есть много мероприятий, которые организует Национальный олимпийский комитет. Такие, как Олимпийская лыщиня, Дулайк Олимпиас, Олимпийские уроки, Олимпийский тышник. И вот моя работа как раз-таки состоит именно работа с детьми. Для того, чтобы призвать их участвовать в наших мероприятиях, заставить их шевелиться. И шевелить не только мышцами, но еще и головой. Мы, по-моему, в 2016 году первый раз на библиотеке Лавренева провели шикарный конкурс. Это был конкурс Brain Ring на тему «Знавайте олимпийскому спорту». Это впервые на Украине было проведено вот в таком формате среди детей и школьников. В этом году мы проводили его еще раз. Мы хотим, конечно, чтобы вот именно этот Brain Ring он стал традиционным, и чтобы как можно больше школ смогли в нем поучаствовать. Я ознайомилась с вашей деятельностью в интернете и помітила, что вы очень часто бываете на телебаченні. Чи допомагає це якось вашій роботі, да й взагалі роботі Національного олімпійського комітету? У нас сейчас век информации, и поэтому без информации невозможно вообще практически прожить. А каким образом мы можем рассказывать о нашей деятельности, о том, что мы делаем? Как мы можем показать тех детей, которые у нас стали уже и олимпийскими чемпионами, и теми дети, которые добились чего-то в спорте, не используя телевидение? Сейчас это очень трудно. И огромную роль у нас сейчас, естественно, играют и социальные сети. Поэтому не использовать их в работе, это значит о себе не говорить. Не говорить о героях наших всех мероприятий, которые мы делаем. Не говорить о тех детях, не говорить о наших спортсменах, которые добились, которые уже стали, наверное, огромной славой нашего Херсонского края. Поэтому, естественно, мы находим, наверное, своих коллег, журналистов. Они нас находят, и у нас такое взаимодействие. В свое время, по-моему, до 2015 года Скифия нам очень помогала в каком плане. Мы вели передачу, называется «Крок до Олимпу», там, где председатель нашего Херсонского отделения, теперешний Сергей Федорович, вел эту передачу и рассказывал о всех видах спорта, которые есть на Херсонщине. Что вы думаете, эта передача заняла первое место в Украине, потому что настолько была популярна, рассказывали не только об олимпийских видах спорта. И, насколько я помню, был и дельтаплан, и пейнтбол был, и воркаут. Ну, в общем, это те виды, это называется массовые виды спорта, которыми занимаются наши любители, например, да? Любители активного способа жизни. Но и тем не менее, мы узнали, наши зрители, да, телезрители, узнали, где находятся, например, вот эти вот базы. И они с удовольствием стали туда ходить. Я бачу, що у вас тут дуже багато нагород, і так все цікаво. Розкажіть, будь ласка, про ваші нагороди, де ви їх отримали, за які заслуги? От последняя, одна із моїх любимих, це така красива, да, картинка голубая. Це ми, получается, виграли перше місце в конкурсі фотографів. І фотографи у нас не професіонали, фотографи – аніматори. Нужно було бачити цю фотографію. У нас була акція «Дулайк Олімпіас», «Роби як олімпійці». При цій акції є зарядка. Когда проводили мама-фест, то мамочки
со слингами делали нашу зарядку до Like Olympians. И как раз таки наша Киселева девочка, Елена Киселева, она просто аматор, она любит фотографировать. Она засняла кадр, как мамы в слингах с маленькими детьми наперевес дружно делают нашу зарядку до Like Olympians. Это была фотография, конечно, получилась очень здоровская. А если мы будем говорить о той, наверное, благодарности, да, которая мне дороже всего, то, наверное, это вот это. И год, 14-й год. Просто так получилось, что в это время, это, конечно, большая боль для всей нашей державы. Начался обстрел наших восточных городов. Наши коллеги из Луганской области обратились к нам письмом, просим спасти. Самое дорогое, что у нас есть, это наши дети. Начался обстрел, помогите. И тогда как раз мы только-только провели Олимпийский день и получили это письмо. Это был четверг. В пятницу 23 ребенка по нашей инициативе уже уехали в Одессу. Ну, то есть трое суток я сидела на телефоне. Я искала все возможности, чтобы вывести этих детей. Тогда еще не было того опыта, как сейчас. Не было лагерей, где могут дети оздоравливаться. Это действительно были первые шаги. Мы столкнулись с огромным горем, которого не было никогда на Украине. В области 53 ребенка были оформлены в лагере. И получилось так, что когда последние дети уезжали, последние 10 детей уехали из Луганска, с Дебальцева, дорогу разбомбило. В общем, мы успели прыгнуть в последний вагон, и это действительно правда. Я чула, что вы головой Херсонской федерации фигурного катания на ковзунах. Расскажите про це. Ну, головой федерации я недавно, всего год. И за это время, наверное, смогла полюбить и влюбиться в этот спорт. Тем более, что и моя дочка уже третий год занимается именно этим видом спорта. Это действительно, он и прекрасный, и тяжелый. Тяжелый почему? Потому что как-то не принято то, что на южных, в южных регионах будут развиваться зимние виды спорта. Но, увы, многие ошибаются, а многие даже и не знают, что уже 9 лет фигурное катание на коньках культивируется у нас на Херсонщине. Вы відчуваєте себе успішною? Ну, вообще я считаю, что успешный человек – это тот, который счастливый человек. А счастье – это ты, когда с удовольствием идешь на работу. И когда ты знаешь, что тебя ждут дома. Вот у меня все это есть. У меня есть прекрасная семья. У меня есть моих трое детей. У меня уже трое внуков. И естественно, я знаю, что когда я прихожу домой, меня все встречают с любовью. А идя на работу, я вообще горю этой работой. Я не знаю, что меня ждет, например, сегодня. Какая мне мысль посетит. Но я всегда буду стараться, чтобы моя работа нашла отклик в сердцах детей. И, наверное, вот это и есть успех. Всегда не думать и не работать за какие-то похвалы и награды. Нужно работать сердцем. Нужно делать то, что тебе нравится, что ближе тебе по духу, ну, по твоему, наверное, менталитету какой, по твоему характеру. И тогда все сложится. И тогда вопросов не будет. У нас каждая женщина, каждый мужчина, каждый ребенок, он будет успешным, потому что он будет счастливый. Мне кажется, что мой успех еще впереди. Я до сих пор не могу остановиться. Я пришла в наше отделение в 2013 году. И завертелась, и закрутилась. Мне хочется сделать столько много. И мне кажется, вот то, что я делаю, возможно, оно уже получила огласку, да, меня видят, меня знают. То, что когда я прихожу, например, в любую школу, все вспоминают, да, мы у вас делали какие-то мероприятия, мы проводили с вами праздники, дети с удовольствием воспринимают, потому что мы никогда не приходим с пустыми руками. Но мне хочется сделать что-то такое, наверное, чтобы каждый ребенок всю жизнь это вспоминал. И, наверное, вот мой будущий успех еще впереди. Ми знімаємо сюжет про Кирсанову Луїзу Олександрівну. І я хотіла б вас запитати, ви як з нею знайома людина, чи можете ви розказати про її успішність? Даша, ти знаєш, я почула твоє запитання, і в мене народилась така ідея. Я вважаю, що Луїза Олександрівна дуже успішна жінка, і запорука її успіху – це її олімпійське спортивне життя. І мені здається, що от запорука її успіху – це 5 олімпійських кілець, це 5 її прекрасних рис, якими вона наділена від природи і розвинула прекрасне за своє життя. Ну, по-перше, це вона прекрасна мама.
Вона виховує доньку, вона є наша мама, мама нашого навчального закладу. Вона прекрасний, високої якості професіонал. Вона прекрасний організатор, лідер. Вона вміє надихнути людей, повести їх за собою, запропонувати цікаву ідею і її реалізувати. Наступна якість, яка таки є її маленьким секретом, це вміння домовлятися з людьми, вміння знайти спільну мову з різними людьми в нашому місті, в області і навіть в Україні. І найважливіше те, що вона вміє дружити, товаришувати, зберігати такі гарні робочі стосунки з дуже багатьма людьми. Це завжди допомагає в роботі, це спрощує роботу і це зближує людей у такій тісній співпраці. Ну і, як мені здається, такий маленький секрет ще в неї є – це те, що вона завжди бачить наперед, яким буде результат і вміє його спрогнозувати. Тому я думаю, що нам дуже пощастило, що в нашому ліцеї є така прекрасна мама, яка довірила нам свою дитину, приводить її нам на заняття і найголовніше, ми можемо поєднати її особисту справу сімейну і її професійну діяльність. А зараз я розкажу вірш про свою мамулечку. Весна і мама. Якось я спитала у весни, ти чому приходиш, поясни. І весна сказала прямо, поспішаю я на свято мами, поспішають квіти проростати, поспішають журавлі вертати, поспішаю сонечко теплішать, поспішаю діти розумнішать. В Африці далекій, пам'ятаю, говорив мені премудрий слон, що якби на світі мам не стало, то й весни на світі не було. А ще розкрив він таємницю, що весна із мамою – сестриці. Її донька теж прагне успіху в творчості. Перші її кроки ми бачимо у виставі «Муха-цокотуха» в ролі коника. Цей тиждень, який я провела з Луїзою Олександрівною, був дуже цікавий і дуже насичений. Я вважаю, що її праця дуже важлива для підлітків та дітей в Україні.